Я умер? В коме. То есть это все сон? Воспоминания. Все, кто впадает в кому, попадают в одно и то же место. Сюда. В коме у некоторых открываются уникальные способности. Чтобы раскрыть эти способности, человеку нужен толчок. Нужна опасность. Посмотрим, в чем ты у нас такой особенный. Тот с балкона, он у вас тут типа самый главный? Он нас научил выживать. Мы тут не случайны. Тут все, у кого не получилось там, в реальности. У кого там не было будущего. Не разобрался ты еще тут. Здесь командую я! Если этот мир из воспоминаний, то откуда здесь они? Ложись! Где-то в коме есть целый остров, свободный от жнецов. Мы все время ищем тех, кто поможет нам туда добраться. Моя жизнь теперь здесь? Помни, что там не могла быть с тем, с кем хотела. А здесь могу. Этот мир никогда не мог признать что-то непривычное, будь оно хоть во сто раз лучше. Ну и зачем реальность после такого? Нам надо проснуться. Нельзя проснуться, понимаешь? Твое тело там, в коме, ты здесь. Ничего не сделаешь. Жизнь в коме так же реальна. Я сказал, держите ее!